Всем привет, друзья! Хочу познакомить вас с новым проектом. Ну, для меня он новый, мне партнер скинул информацию, и я сегодня полдня провел, чтобы посмотреть и изучить этот проект. Ребята, это проект инвестиции в производство и в технологии. Вот здесь на главной странице есть интервью с Андреем Ченцовым. Посмотрите, пожалуйста, ознакомьтесь сами все внимательно. Вот, различные пакеты здесь инвестирования и вариант, что такое, ну, что в следующем году, возможно, уже будем получать дивиденды. Суть в чем? Тут в этот проект зашли китайцы, а вы сами знаете, как китайцы, да, инвестируют в проекты. То есть на сегодняшний день он достаточно сильно поднимается. То есть он уже не первый день, он вот буквально где-то, может, летом открылся. Я так посмотрел, порыскал информацию. И поскольку я человек такой критический, отношусь ко всем этим вещам. Но для меня, значит, это стоящее дело, стоящее, друзья. Было обращение жителей к губернатору области. Вот тоже я вам кусочек сейчас поставлю. Посмотрите. То есть это в Омске, по-моему, да, происходило. И самое поразительное то, что есть наша омская технология, которая позволяет выбросы уменьшать до нуля. Понимаете, это все сделано под руководством Ченцова Андрея Владимировича. Но эта технология почему-то не принимается. Дело в том, что есть технология по переработке бытовых. Это обращение инвесторов к губернатору. То есть очень серьезная движуха идет. Но это старое видео. И дело дошло до замминистра промышленности, транспорта и инноваций Омской области. И, в общем, сами посмотрите реакцию. Сейчас я вам поставлю видео. Потом пройдемся по кабинету. Это вот готовый образец. Работающий, да, значит, то есть для демонстрации. То есть эта установка уже на сегодняшний день работает. Ленинского округа. Это один из немногих продуктов, которые компания будет выпускать. Смотрите. Ученый Андрей Ченцов творит историю. Внутри агрегата бушует рукотворная торнадо, разделяя поток газов из топки на компоненты. Вместо вредных выбросов чистый воздух. А отходы производства можно будет легко и просто утилизировать или пустить на переработку. Технология перевернет мир, и это не преувеличение. ТЭЦ, химзаводы, металлургические комбинаты, любые, безусловно. Но мало этого, сам эффект он имеет очень широкое применение, вплоть до вот выделения влаги из атмосферы. То есть мы говорим о том, что можно из Сахары сделать буквально в течение нескольких лет джунгли создать. И причем не нарушение экологического баланса это можно сделать. Технологии газодинамической сепарации уже заинтересовались Минприроды, Минэкономики и Минпром Омской области. Теперь нужно увлечь предприятие, чтобы не портили воздух. Я лично сам подошел по приборам, посмотрел уходящие газы, а главное это СО и РОНАИКС, кто специалисты понимает, прибор показывает ноль. То есть это самая великолепная работа опытного образца. Я думаю, что мы придем к этому, что будет всем интересно покупать. За выбросы слишком большая будет цена. Спрос должен быть, ведь существующие альтернативы электрофильтр в 5 раз дороже и во столько же раз менее эффективен. Жадные до инноваций китайцы давно следят за чудом омской инженерной мысли и сегодня наконец решились заключить договор, чтобы избавить от смога промышленные центры Поднебесной. Технология очень интересная и не похожая на другие. У нас в стране распространена технология по газоочистке химическим способом, а это физический. Мы считаем, что в Китае будет большой рынок и хорошие перспективы. У нас есть два варианта сотрудничества. Первый – вложить деньги, чтобы совместно реализовать технологию на территории Китая. И второй вариант – дилерские отношения. В России закупаем, в Китае продаем. Шило в мешке не утаишь, говорит Андрей Ченцов. Рано или поздно разгадать секреты и приручить торнадо смогут другие ученые. Чтобы успеть снять сливки, важно как можно быстрее наладить в России производство газодинамических сепараторов. В Омской области для этого есть необходимые мощности. Денис Жарков, Дмитрий Алдагепченко, 12 канал. Ну вот коротко я вам расскажу, там я не буду кучу материалов вам сегодня приводить, но поверьте, основания есть
достаточно серьезно инвестировать в эту технологию. Как видите, ничто не стоит на месте, и я думаю, что мои партнеры, которые вместе со мной занимаются тем, что думают о своем будущем, также ко мне присоединятся, потому что, ребята, поверьте, это достаточно серьезная вещь. Тем более партнеры, которые со мной инвестируют в другие проекты, уже знают, что такое венчурный проект. Это значит, вы получаете венчурную премию за определенные риски, да, когда на начальном этапе инвестируете в проект. Так, вот здесь пакеты есть. Есть пакеты в рассрочку. Портфель с рассрочкой, видите, $38. 13 тысяч долей. Значит, через пару дней, через пару дней, вот калькулятор доходности можете посмотреть. То есть и через пару дней доли будут дорожать, вот что. То есть как-то вовремя, пару дней есть, чтобы подумать. Потом, несомненно, также можно инвестировать на следующем этапе. Но, ребята, мне кажется, что достаточно прошла информация, что скоро доли перестанут продавать, скажем так, да? То есть вот такая вот информация на сегодняшний день. Ладно, зайдем вовнутрь, покажу вам кабинет. Вот так выглядит кабинет. Значит, витрина, заходите. Здесь представлены портфели различные. Видите, $22 000, $11 000, $700. $184, $48, $12. Значит, и нажимаете вот здесь по рассрочке. Вот $38 в месяц можно платить, $84 в месяц можно платить и инвестировать. Количество долей сами видите какое. Так, раздел покупки. Здесь будут отображаться ваши портфели купленные. Техподдержка работает круглосуточно, портфели и рассрочка. Вот видите, у меня еще пусто, сейчас я буду приобретать. Здесь ваша партнерская ссылка, раздел «Пополнить баланс», ID ваш прописан. Пополнять баланс можно, вот к примеру, биткоин, эфириум, стеллар. Ну, кстати, Stellar, потому что Stellar тоже смарт-контракты, на ней можно писать, перспективная криптовалюта. Яндекс кошелек, Pair, Advanced Cash, PayPal, платежная система, Сбербанк, Perfect Money. Пожалуйста, выбираете раздел транзакции и так, раздел вывод. Что это такое? Вывод. Это здесь вы, как я понимаю, можете выводить средства со своих партнеров. Ну, партнерские начисления здесь присутствуют. Маркетинг тоже здесь есть. И вот пробежимся по маркетингу. Справедливый маркетинг. Приглашаем партнеров активно развивать структурный бизнес. Но, ребят, партнерские отношения на сегодняшний день самые классный бизнес. То есть партнерскими ссылками, отношением и развитием через вот именно краудинвестинг сейчас пользуются крупнейшие корпорации. Помните об этом. Выплаты комиссий партнерам составляют более 30%. Партнер, владеющий инвестиционным портфелем, получает дополнительные преимущества. Выплата с глубины происходит в зависимости от наличия инвестиционного портфеля. То есть, смотря какой портфель вы купите, да, то есть выплата, вот, к примеру, стандартный пакет 16%, 8%, 4, 2, 1, 1, 1, 1. Ну, ребят, в общем, достаточно серьезно, видите. Если базовый приобретаете портфель, то у вас идет уже, открывается третья линия в глубину. И стандартный, у вас 4 линии в глубину. Стандартный пакет. Давайте посмотрим, в кабинет зайдем. Что это за стандартный пакет? Вот стандартный пакет. $184. Дополнительный дисконт 3%. Количество долей 12248. Так, а допустим по рассрочке, если вы берете, я узнавал, значит, по пакету, вот, допустим, на 13 тысяч зашли, 8 платежей по $38.
вы будете получать с двух линий, здесь с трех линий, если, соответственно, возьмете вот этот пакет в рассрочку на 10 месяцев, ну и так далее. То есть на главной странице сами сможете выбрать себе пакет, базовый, стандартный, стартовый, оптимальный, какой пожелаете. Здесь же на главной странице в разделе «Компания» ознакомитесь. Юридическая информация, кстати, что немаловажно, зарегистрирована, компания является резидентом виртуальной IT-зоны. Такое тоже есть, друзья. Это новые технологии, поэтому привыкайте. Так, официальные документы можете посмотреть. Юридическое заключение о передаче долей. Пожалуйста. То есть запросить разрешение на доступ. Ну, здесь нажимаете и, короче, читайте, знакомитесь. Я сейчас не буду затягивать видео. Что еще здесь? Патенты. Пожалуйста, проверяйте. И команда. Вот люди, которые разрабатывают этот проект. Реализовано, что на сегодняшний день. Реализуем в 2019-2020 году. Вот планы, пожалуйста. Запуск производственных капсул с картриджей для бытовых установок. Ребята, так, теперь хочу вас познакомить с оборудованием. Вот здесь вот оборудование, раздел на главном сайте. Самовар друидов. Готовит напиток, который является настоящим природным энергетиком. Такой продукт представляет из себя готовое питание для клеток, легко усваивается. То есть, по сути, ребята, живая вода готовится в бытовых условиях. Самовар друидов, они разные здесь модификации. Вот эти вот вещи на сегодняшний день, я знаю, что, по-моему, изонатор уже создан. И вы можете приехать в офис, потрогать своими руками, пощупать его. И, значит, готовиться к выпуску опытной партии производства в следующем году. Это я точно уже знаю. Так, ну почитайте, здесь очень все классно, интересно, подробно расписано. Мало того, я сейчас водопровая... Что это такое вообще? Что это за технология? Да, вот здесь тоже описано все. Так. Водопровая кавитация – это взрывообразная конденсация водяного пара, то есть обратно направленный взрыв с образованием ударной волны, сжатие снаружи вовнутрь. Объем схлопывания ударной волны водяного пара имеет размер нескольких молекул. Давление таким образом поднимается до нескольких тысяч атмосфер. Но вот где такие вещи образуются, ребят? Ну вот смотрите, да? То есть, по сути говоря, вот корабль, когда плывет, да, вы замечали, такие пузырьки воздушные от винта происходят. Вот это то же самое. То есть, вот в этих пузырьках находится жидкость, которая имеет колоссальную энергию. И вот именно эту энергию создают с помощью этого оборудования и воды, да, создают вот такую вот воду, которая внесет в себя определенную силу энергетическую. Вот именно такую энергетическую воду и делает, ну это я на двух пальцах, можно сказать, на пальцах пытаюсь вам объяснить, как я понимаю эту технологию. То есть вот это вот энергетически заряженная вода, она и будет продуктом этой технологии. Вот этих вот, то есть вы в домашних условиях можете пить, взяли из-под крана воды, налили в этот, скажем так, преобразователь, да, и уже, извините, из говна делаете конфетку. То есть пьете действительно чистую. А не нужны будут вот эти вот фильтры всякие в магазинах вам покупать, которые нужно периодически менять. Вот, вот эта установка, она, то есть, делает чистейшую воду, мало того, воду, которая по своим природным качествам становится энергетиком. То есть она дает жизнь клеткам вашего организма. Ну, соответственно, на этой воде вы можете готовить и продукты, да, и супы, и бульоны, и все что угодно. То есть это у вас, ну,
все равно, что с родниковой воды, даже лучше, лучше родниковой воды. Хотя я думаю, что лучше родниковой природной воды ничего нет. Ну, хотя сейчас и родниковую воду мало где найдешь. Вот здесь схема для тех, кто понимает более-менее. Схема, значит, формулы всякие прописаны. Пожалуйста, знакомьтесь, кто имеет образование. И вот силы, которые... Ну, короче, это больше похоже на такой водоворот, скажем так, в миниатюре, да, изотечение создается. Вот, пожалуйста. Вот такое вот движение создается, и вот капелька живой водички капает к вам в стаканчик или в кружечку, или в кастрюльку. То есть, ребят, достаточно серьезная технология и достаточно серьезные подвижки. Как видите, да, министр заинтересован. Вот здесь представлены опять документы. Мало того, идет достаточно серьезное движение в Омске. Потому что люди хотят жить с чистым воздухом. То есть я имею в виду, что на уровне городских властей уже идет разговор о внедрении этой технологии в городские условия. Ну и в конце своего видео поставлю вам видеообзор, чтобы самому не повторяться, одно не видеть, не лить, скажем так, да, из пустого в порожнее. Поставлю вам обзор, который мне понравился, где коротко, дословным языком человек объясняет вот эту технологию. Ну что, друзья, всем приятного просмотра. Я же с вами прощаюсь. Ссылки оставлю под этим видео. И, значит, тема такая, что вынес... Кстати, здесь очень продуманный маркетинг, поэтому здесь, если вы хотите на халяву получить партнерское вознаграждение, ребята, у вас так не получится. Надо приобрести какой-нибудь пакет, чтобы получать партнерское вознаграждение, то есть доли в компании. Но люди, которые думают о своем будущем, я думаю, они меньше думают о том, чтобы больше внимания... Не, ну, конечно, надо думать о том, чтобы развить технологию, потому что все зависит от нас с вами. Такие люди, простые люди, как мы с вами, мы и меняем этот мир, понимаете? Из капельки, скажем так, да, капелька по капельке, вот вам и океан. Поэтому человек человеку, вот вам и народ, и армия. Поэтому партнерские отношения, маркетинговый ход, очень серьезная вещь в помощь вам. Но прежде всего думайте о себе, то есть вот о своем достатке. Какой пакет вы приобретаете, подумайте, чтобы это не было лишней нагрузкой на ваш семейный бюджет, и пожалуйста, я думаю, все будет у вас шикарно и хорошо. Поддержать эту технологию, я думаю, стоит, и я не останусь в стороне однозначно. То есть я вот вам ставлю это видео, и чтобы не затягивать обзор после этого, сейчас уже ночь, я вот целый день провозился, смотрел эти обзоры, документы просматривал. Сейчас уже поздно, поставлю вам видео, а сам, наверное, на свежую голову уже тоже прикину и завтра утром буду инвестировать. Присматриваю для себя пакет, наверное, для начала за соточку баксов возьму, а там посмотрим, даже дальше видно будет. Ну, потому что за один день такой, в принципе, сейчас очень много информации просто в голове. И поэтому вот, чтобы вас не сбивать с толку, да, а чтобы вы нормально, адекватно восприняли информацию, поставлю вам уже конкретный видеообзор от человека, который тихо, в спокойном режиме объясняет, что это за технология. Все, друзья, всем удачного просмотра, до следующих публикаций, хороших выходных. И будьте здоровы, живите богато. Стартапы, как и я, появился наконец-то достойная идея, которая сможет укрепить наше с вами здоровье и вообще изменить наш с вами мир к лучшему. Поэтому, если вам интересна такая тема, то обязательно смотрите это видео до конца. Хочу сказать, что я не являюсь экспертом в данном проекте. Я с общего постараюсь обрисовать вам картину, но для того, чтобы вы были в курсе, я рекомендую вам написать мне в личку. Я добавлю вас в информационный чат ВКонтакте, где есть администрация проекта, где есть вся
необходимая информация, а также я ее оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли сами со всем ознакомиться. А сейчас начинаем. Aquix – это качество жизни. Производим и реализуем уникальное оборудование и приглашаем принять участие в развитии рентабельного бизнеса. Такой слоган у этой компании. Здесь немножко у нас идет о основателях проекта. Артем Балякно, если там фамилию неправильно прочитал, то я думаю, на меня не будут обижаться. Он отвечает за генеральный директор компании, он отвечает за продажи, за развитие компании. Андрей Ченцов, исполнительный директор, ученый, главный инженер. И Олег Полежаев, это главный юрист-консульт, юридическое сопровождение. Главная цель проекта – это продвижение на рынок экономически выгодных и безопасных решений, основанных на экологичном потреблении ресурса. Ресурсов, а мы знаем, что это входит в инвестиционные тренды на ближайшие 5-10 лет очень и очень сильно. Юридическая информация. Компания Aquix зарегистрирована на территории Грузии. У нее есть идентификационный номер налогоплательщика, который вы можете проверить. Компания является резидентом виртуальной IT-зоны Грузии. На основании этого факта нашей компании предоставлены налоговые льготы до 2023 года. В 2018 году компания заказала исследование патентных реестров. Выявлено отсутствие заявок, схожих с изонтечением и водопаровой кавитацией. О них мы поговорим чуть позже. И в 2019 году на Aquix будут оформлены различные интеллектуальные собственности по европейским стандартам. Патенты на способы узлы и агрегаты. То есть вот здесь можно со всем этим ознакомиться. Юридические гарантии, но думаю, каждый здесь может сам почитать, просто кратко вам скажу, то есть упрощенная регистрация права собственности на доли, бессанкционная юрисдикция дает лояльность к IT-проектам, защита прав владельцев долей на разработке, свобода договора позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому клиенту, беспрепятственная работа с партнерами, безопасная, надежная финансовая система и проведение ежегодного внутреннего аудита. То есть я оставлю ссылку на презентацию этой компании, не вижу сейчас смысла тут прям все подробно разжевывать, а вы сами сможете со всем ознакомиться. Я не буду вам сегодня рассказывать подробно на всех продуктах, я хочу именно в первой своей вводной презентации рассказать именно о тех продуктах, которые меня в первую очередь заинтересовали. Я активно изучаю свойства воды, потому что наш организм с вами состоит на 70%, и от того, какую воду мы пьем, зависит наше здоровье, зависит, как мы себя чувствуем, какое количество у нас энергии. Та вода родниковая, которую, допустим, пили наши предки, и та вода, которую мы сейчас пьем через кран, да, приходя на кухню, это совершенно по своим свойствам две различные воды. Значит, мое знакомство с водой началось с врача ВОЧ. Вот Артем Хачатрян, врач, натуропат, вегетарианец. Вот у них я начал смотреть, то есть их изобретение, как и узнал о таких понятиях, как живая вода и мертвая вода. То есть они проводили испытания, то есть человек, который пьет обычную воду из-под крана, делали анализ его крови. И у него кровь, в крови есть эритроциты. Я не медик, но стараюсь объяснять такими словами, как я это все вижу. Это такие кровяные тельца, которые доставляют необходимые питательные вещества нашим клеткам организма. В общем, и у человека, который пьет обычную воду из-под крана, эти эритроциты, они слипшиеся, они неправильной формы, они такие медленные, ленивые, да, они плохо справляются со своими необходимыми функциями. В то же время я видел, как они с помощью, по-моему, не помню, с помощью чего они заряжали, возможно, с помощью водородной минеральной бутылки, неважно, они просто эту воду оживляли, они ее структурировали, они ее отрицательно заряжали, после чего человек ее выпивал, ему снова через полчаса брали анализ крови, и эритроциты того же человека, после того, как он выпил такую живую воду, становились более правильной формы, они становились намного более подвижными, они разлипались друг от друга, и человек сам начинал себя чувствовать лучше, потому что у него уже кровь это становилась более такой активной, то есть поступали питательные вещества активнее. Я изучал это много, то есть я вам сейчас не буду рассказывать, но действительно это работа, это доказано, то есть вода, которая из-под крана, она положительно заряжена, она тяжело усваивается организмом. Организм тратит большое количество энергии на то, чтобы эту воду усвоить. И получается так, что вода вроде должна быть источником силы, но то, что мы пьем из-под крана, это не источник силы. Тогда есть сейчас два устройства, которые готовят настоящую живую воду, настоящий природный энергетик. Первое устройство – это устройство самовар друидов. При употреблении напитка человек получает потенциальную энергию для обеспечения жизнедеятельности клеток организма. Продукт является чистой питьевой водой, а при результате потребления очень калорийной пищи, которая полностью усваивается организмом. Производство трансмутации вещества. Если вас какие-то слова здесь пугают, вы что-то не понимаете, то я настоятельно рекомендую вам также посмотреть информацию у них на YouTube-канале, я ссылку оставлю в описании, да, презентации, посмотреть, где это все рассказывается более подробно.
эффективная сцепка и доставка веществ в клетки, повышенная ионизация вещества и очистка от свободных радикалов. И устройство кавитатор, это тоже готовит настоящий природный энергетик. Водяной пар проходит в устройстве обработку. Впоследствии возникновения коллапса или коллапса напиток приобретает заряд энергии, заложенный в молекулярную структуру. При употреблении энергетика исчезает состояние сонливости и усталости, полностью усваивается организмом без побочных эффектов. Так, эффекты водопаровой кавитации. Значит, первый эффект – это высвобождение положительно заряженных молекул водорода, которые очищают внутренние органы от свободных радикалов. Второй эффект – это разложение пара на гидроксильные цепочки, эффективная сцепка и доставка веществ к клетке. Третий эффект – это формирование длинных молекулярных соединений и кластеров, производство трансмутации вещества. И четвертый эффект – это повышенная ионизация вещества, позволяет клетке получить питание без дополнительных энергозатрат. Процесс питания живой клетки был открыт в 1961 году биохимиком Питером Митчеллом. Здесь приводятся технические характеристики устройств. И обязательно смотрите до конца это видео, вы узнаете, став инвестором этой компании, вы можете получить одно из этих устройств в подарок. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. То есть вот здесь есть самовар друидов, который у нас как бы с газовой электроплитой работает, есть электрический, есть сенсорный. То есть, опять же, вы можете здесь почитать все их технические характеристики. Вот это вот последнее устройство кавитатора, оно, конечно, затрачивает гораздо меньше времени на приготовление напитка. Потом у нас есть технологии изон течения. Эта технология, я так понимаю, очищает воздух. О ней мы тоже поговорим позже, то есть, чтобы вас сильно не перегружать. И тоже здесь есть вот протоколы испытаний технологий, то есть вот бытовое устройство резонатор тоже, которое, да, оно будет использоваться для функции очистки воды, очищает воздух от пыли, аэрозолей, бактерий, спор растений, также табачного дыма и различных паров металлов. Функция нагрева или охлаждения и функция изонации, то есть ионизирует очищенный воздух положительными ионами. Воздух по составу становится похож на тот, который естественным образом создается у морского побережья. Также это может использоваться в промышленном оборудовании, а это мы всем поговорим позже. Здесь также есть план развитие производства, то есть это разработка документации, наладка инфраструктуры проекта, настройка логистических цепочек, запуск мелкосерийного производства, серийное производство и реализация бытовых устройств, и потом производство и реализация промышленных установок. Здесь вы также можете почитать о компетенции команды и почитать о ключевых преимуществах проекта. Значит, проект зарегистрирован в европейской юрисдикции. Технологии прошли через критику различных специалистов и комиссий, востребованы на рынке продукция, так как реально технологии, которые изменяют, во-первых, здоровье человека затрагивают, а во-вторых, экологичность, они в ближайшие 5-10 лет очень будут сильно развиваться в инвестиционном мире, и к ним растет интерес. Дивиденды будут выплачиваться с выручки за реализованную продукцию, а стабильный рост долей будет обеспечен собственным производством. Компания создает новый сектор рынка в мировой экономии, Голубой океан, то есть действительно, это уникальная технология на данный момент. И вот здесь можно посчитать финансовые цели компании. Цель компании в течение 10 лет поднять стоимость доли компании до 1 доллара. В принципе, с такой технологией это вполне себе возможно, да? Здесь у нас производятся расчеты, по которым все это можно посчитать. До конца 2020 года компания планирует реализовать через свою структуру продукции на 4 миллиона долларов. Компания будет направлять 10% с выручки, которая получена за реализацию продукции, на выплату дивидендов. С начала 2021 года компания будет отправлять 10% с выручки на обратный выкуп долей у держателей. Здесь у нас, значит, о доходности бизнеса, опять же, со всем этим. Так, вот здесь остановлюсь подробнее, друзья. Вот смотрите, да, значит, ну это этому видео уже какое-то время, а на сегодняшний день готова опытная партия образцов. И вот со следующего года компания планирует выплачивать дивиденды. А с 2021 года выкупать доли компании у инвесторов. Ну, это нормальное явление. Кто не желает, может чисто спекульнуть этими долями компании и продать обратно, да? Но я бы это делать не советовал. Потому что, ну, лучше получать дивиденды постоянно, чем разок деньги получить, потратить их на что-то, и все, и деньги закончились, да? Поэтому думайте сами, решайте сами, как вы будете поступать, если приобретете доли компании.
По оценке команды, в период от 2 до 6 лет бизнес, связанный с Аквиксом, способен принести держателям своих долей доход в размере более 400% от их первоначальной стоимости. И выплата дивидендов за этот период составит $16 на каждую 1000 долей. То есть вы можете ознакомиться здесь совсем более подробно. Вот здесь у нас предложение для инвесторов, то есть минимальный пакет у нас начинается с $48. Я всем рекомендую, если вы инвестируете в этот проект, покупать уже хотя бы от 184, потому что помимо того, что вы получаете потом скидки на продукции, различные бонусы, в подарок вы получаете аналоговый самовар друидов. Это тот, который мы смотрели, который, соответственно, на газовой плите будет, да, приготавливать этот напиток. И уже дата поставки устройств начнется в четвертом квартале 2019 года. Потом есть портфель партнерский. Он стоит $736. Естественно, количество долей в нем больше. Вы получаете большие выгоды к приобретению, больше скидки на продукцию. Есть портфель премиальный. Он стоит $3000. Я округляю, да, немножко. Вы получаете все плюс устройство Cavitator. То есть, и это уже в третьем квартале 2020 года. Это в первом квартале 2020 года. Количество подарков ограничено. То есть, 100 подарков будет аналоговых. Самоваров 50 электрических и 25 устройств Cavitator. Значит, хорошая новость в том, что если у вас нету, допустим, полной суммы, но вам этот проект интересен, вы хотите инвестировать, вы можете, проинвестировав, закрепить себе подарок и в течение года еще сделать 3 минимальных инвестиции, как минимум, для того, чтобы у вас этот подарок стал активен. Кабинет, ссылку я его, на его, естественно, ставлю в описании. В ближайшее время я буду инвестировать и брать себе для старта пакет стандартный. Я обязательно сниму видео, как я буду это делать. Если вам зашло это видео, то ставьте лайки. Ну и в заключение, друзья, чуть не забыл, это самое, хочу вам сказать, значит, где берется партнерская ссылка. Во-первых, вот здесь наверху вы видите в раздел настройки, зайдете, пропишите свои данные, чтобы на вас оформлялись доли, сами понимаете, да, не на дядю Васю. И в разделе «Команда» переходите, вот здесь нажимаете, просто пригласительная ссылка, и выбираете на регистрацию, на сайт, то есть вот, вот ваши партнерские ссылки здесь. Понимаете? Ну вот, лучше всего нажмите на регистрацию, ну, либо на сайт. Какую хотите, такую, такой ссылкой и пользуйтесь. Все, друзья, значит, ну что вам сказать еще раз? Разве что еще раз пожелать удачи. Думайте сами, решайте сами. Я с утра проснусь, тоже буду инвестировать на свежую голову. Что и вам советую. Все, до следующих публикаций, друзья.